Ульяновские очистные сооружения приводят в порядок. Возле проезда нефтяников в железнодорожном районе запустили два напорных трубопровода. Через новые коллекторы стоки завода Трехсосенский отправляются в городскую канализацию. Старый коллектор много лет был в изношенном состоянии, а зловонный запах окутывал весь железнодорожный район. План дальнейших работ по реконструкции ульяновских очистных сооружений рассказали губернатору Алексею Русских. Если оценивать по капитальным затратам, то вот три этапа, которые мы сейчас ведем, они составляют 4 600 000 000 рублей. Оставшиеся три этапа стоят порядка 9 000 000 000 рублей. Средства очень большие, и без реализации национального проекта города Ульяновска, Ульяновской области, мы понимаем, что этот проект был бы просто-напросто не под силу. Первый этап – это ремонт сооружения биологической фильтрации. Второй – строительство станции ультрафиолетовой очистки на правом берегу. А третий – это организация комплекса механической очистки. Жуткий запах иловых карт тоже планируют выводить в ближайшее время. Экологическая экспертиза уже сделана. Сейчас составляется проектно-сметная документация. Работы запланированы на ближайшие 2 года. Завершение реконструкции правобережных – это 6,3 миллиарда. И тогда мы деньгами не обеспечим. И 2, и где-то 3 миллиарда еще надо на завершение механики по левому берегу. Также отремонтируют сооружение биологической очистки. Финал работ придется на 2024 год. Обновление систем фильтрации входит в федеральный проект оздоровления Волги. В Ульяновской области воплощаются программы природосберегающего направления. Все они входят в нацпроект «Экология». Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Улправда ТВ.